Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович, это живая торговля по сигналам моих систем. Надеюсь, что это видео для вас будет полезным. Живое видео с полей, да? То есть то, как проходит обычный день трейдера, сегодня пятница. Торгую, вторник, среда, четверг мы с трейдерами торгуем в чате, да? По понедельникам, по пятницам я торгую сам. И иногда пишу для вас видео. Поэтому сегодня, надеюсь, мы увидим много возможностей, выберем из них парочку самых лучших и заработаем деньги. NASDAQ индекс слева, золото справа. Это все минутные графики, все как обычно. Если вы какое-то время смотрите мои тренинги, то уже успели познакомиться с моим стилем, с моими общими, сказать, концепциями торговли, принципами. Если вы впервые, то смотрите. Смотрите это видео сначала, а потом другие посмотрите. Если у нас вначале будут хорошие сделки, в том смысле, что мы сразу поймаем пару больших профитов, то можно закончить торговый день. Задача не переторговываться. Зашел, если рынок идет дальше, сделал деньги и хватит. Посмотрим, пока, естественно, не было позиции, я только открыл графики. Начинаем, обычно начинаю где-то 15.30, 15.45 смотреть на рынок. В 16.30 открывается Америка и уже начинается самый бум. Но иногда бывает и активность чуть пораньше, да, поэтому где-то 15.45 плюс-минус желательно быть у экрана, если вы трейдер внутридневной в американскую сессию. Это очень важно, да, постоянно быть в одно время, но вы можете использовать все сигналы, все принципы на любых других сессиях. Это может быть Европа, либо это не минутка, а, например, час. Часовые графики, четырехчасовые, вы это можете. В принципе, везде, да, где бы вы не торговали, это будет актуально. Это будет актуально. Есть у меня продажа по индексу NASDAQ. Я зашел в шорт. И, возможно, еще добавим, если рынок продолжит снижение. Да? Если рынок будет падать ниже вот этой зоны, мы еще с вами нарастим объем на sell. И потом я расскажу, почему состоялась продажа. Какие были критерии, какие основания. И почему именно вот здесь зона take профитов. В общем, ждем. Как только цена будет опускаться, вероятность высокая, то я добавлю еще, мои стопы будут здесь, тейки в соотношении 1 к 2, ну и посмотрим, как здесь себя поведет рынок. Сегодня день только-только начинается. Готовимся продать еще индекс NASDAQ, не торопимся, а рынок стоит на P, P это зона поддержки. Я люблю такие ситуации, потому что это денежные места, да, где не то что 100% я заработаю, но вероятность высокая. И самое главное, есть волатильность. Посмотрим. Наблюдаем. Пока только один ордер, одна позиция. Еще добавляем. Идти уже, где мой take profit, намного ниже вот этой зоны, потому что я вошел чуть-чуть ниже, но это правильно, да? Совершенно правильно. И будет третье наращивание, если рынок еще будет опускаться, я еще добавлю. И два take profit я заберу на уровне 120, вот эта зеленая черта, скажем так. Потому что шансы, я говорю, очень велики, что мы продублируем импульс, да, номер один. Для этого нам в идеале надо преодолеть вот эту зону. И
вот я начал торговать, только что сел за компьютер. И вот если сейчас я закрою здесь профит, все, на сегодня торговля окончена. Полчаса. Да? Полчаса. Посмотрим, наблюдаем. Еще добавим NASDAQ. Четвертая позиция по NASDAQ. Еще наращиваю. Так, ну что, пришло время забрать деньги. У нас сработали 3 тейк-профита подряд. Висит еще одна позиция. Я принципиально ее закрывать не буду. Хотя здесь я уже имею по этой позиции. Профит открытой сделки составляет 150 пунктов. На этой неделе наращивал только дважды. Это в понедельник я записывал для вас видео, но оно такое большое получилось, и что-то мы не стали выкладывать 2,5 часа видео. Вы не смотрите 2,5 такие, да, длинные ролики, поэтому мы не выкладываем. Ну, час максимум, наверное, вас хватает. Ну, 2,5 очень много. Поэтому не выложили. Там я наращивал тоже по индексу NASDAQ. И сегодня пятница. Эти дни, вот предыдущие, не было моментума. По крайней мере, я в них не попадал. Вот вчера был по NASDAQ моментум, но это было уже после моей сессии. А именно в мою сессию моментум только был в пятницу. И вот этого моментума более чем достаточно за неделю. И по времени, если мы посмотрим, сколько? Сейчас я в сделке час с небольшим, а время, потраченное на принятие решения, 5-10 минут. А не то, что ты каждый раз вынуждаешь себя принимать решение, когда скальпируешь. Зашел, вышел, цена пошла дальше, и ты что ты будешь делать? Вот у тебя нет больше открытой позиции. Ты вынуждаешь себя принимать решение. Начинаются более эмоциональные сделки. Вот я раньше так торговал, и можно делать деньги таким способом, но это очень трудно. Очень. И все, в принципе, на сегодня все. Если NASDAQ пойдет еще, у меня есть take profit, который стоит там внизу. И я заработаю еще не 3 позиции за глаза по 100, да даже по 150 пунктов. 500 пунктов профита по индексу NASDAQ. Все, достаточно. Но мы видим, рынок валится. Круто. Еще, видим, был, еще возможность была нарастить вот здесь. Видите, да, это пробой моего уровня зеленого. У кого есть система Range Trader. Еще возможность нарастить. Идеальная точка входа, но у меня уже было 4 позиции. Достаточно. Больше не надо. Я зашел там, где надо, скажем. Потом были еще по ходу сигналы, но перебарщивать с агрессией тоже не надо. 4 позиции это немало. И одна висит еще, будем двигать, видите, точки, точки волатильности, будем потихоньку двигать, потому что если сегодня будет еще падать, 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 можем заработать нормальные, да, еще более нормальные деньги. Но я обращаю внимание на симметрию, видите, рынок упал, коррекция упал и сейчас завершает, поэтому это может быть финальной точкой движения. Но за счет того, что у меня есть одна позиция, мне не надо гадать, мне не надо дергаться, я уже сделал профиты. То есть я нахожусь на совершенно другой стороне в состоянии профит-профит и психологически, и финансово. Но если я, например, зашел, вышел, здесь рынок продолжает падать, боль усиливается от того, что ты, в принципе, был прав, но не воспользовался ситуацией. И вот здесь все наши темные, скажем так, стороны проявляются. Жадность, страх, ФОМО, боязнь упустить прибыль, возможности. И это все выражается в решении, как правого края графика. И потом ты уже просматриваешь рынок, понимаешь, что ну, здесь поздно было. Но на тот момент тебя одолевало вот это эмоциональное, да, состояние. И по этой причине было принято решение. То есть в момент очень трудно контролировать это все. Но заранее вы можете, если войдете в правильную позицию, попробуйте в ней остаться дольше. Еще раз, вам надо ловить такие движения. И по NASDAQ, я говорю, это очень много, 180 пунктов. Сейчас максимальный профит моей открытой позиции составляет, и то у меня не гигантская позиция, 160 пунктов. 160 пунктов, трейдер, очень много. Уже вся основная работа выполнена на начальном этапе. Вот сегодня два места, где можно нарастить. Ключевых, да, основных места. Это вот здесь, вот в этой области,
неважно, чуть пониже, чуть повыше, вокруг TC сигнал, и после того, как тренд фильтра стал красный, до этого он был желтый. Видите, да, это очень важно. И второе место это здесь. И можно наращивать, например, одна позиция здесь, одна здесь, либо три здесь, одна здесь, либо четыре здесь, одна здесь, либо одна здесь, три здесь. Не так важно. Я стараюсь нарастить раньше, много раньше. Таким образом, если движение пойдет от моей точки или от моей зоны, то у меня будет большой потенциал, лучше соотношение. Но мы видим, даже если трейдер продал, например, еще здесь, стоп здесь, тейк здесь, 1,5 у него соотношение. Что тоже неплохо для трендового рынка, если до этого он еще продал. Поэтому здесь, в принципе, можно еще добавлять, наращивать. Суммарно иметь, например, 5-6 позиций, скажем, даже если у вас средний риск 0,5%, то это хорошие деньги. Есть трейдеры, которые берут по 2%, это очень агрессивно. И потом наращивают. То есть добавляют, и получается там суммарно 10-15%, которые они зарабатывают с одной сделки. Можно это абсолютно, но требуется фокус, понимание, откуда приходят твои хорошие сделки. Если что-то существенно изменится, я обязательно включусь, неважно, цена дойдет до профита, либо до тейк-профита, то есть либо трейлинг-стоп, да, сработает профитный, либо тейк-профит, который я поставлю сейчас чуть пониже. Но если вы хотите торговать с нами, добро пожаловать, выбирайте системы под этим видео, вся информация там доступна, ответы на вопросы есть, если какие-то вопросы остались, скажем, неотвеченными, то пишите нам на почту, в чате на сайте, в общем, занимайтесь своим собственным трейдингом так, как вы того хотите, и встретимся в будущих тренингах. Пока.